Когда вернется наив, ответа нет пока. На этот частый вопрос не знаю, но вот он я. На сцене перед вами стою и песню вам пою. Позвольте по порядку представить группу новую мою. Прямо сейчас только для вас. Здесь и сейчас, только для вас. На барабанах Михаил играет лучше всех. В столице ему негде жить, но ждет его большой успех. На бас-гитаре жжет Иван, Иван, где только не играл. На конкурсах по скоростной игре всегда всех убирал. И удивлял, и убирал. Прямо сейчас, и только для вас. А гитарист у нас Илья играет и поет. Талантов много у него, кто ищет, тот всегда найдет. Еще есть звукорежиссер, но он не слышит сейчас меня. Зато хороший человек, ну и последний это я. Да-да-да-да, только для вас. Прямо сейчас, только для вас. Без пульса, сцена и склеп. Два места не похожи кучи, но это твой хлеб.
чужие слишком брать спасет все. Элвис Пресли наших дней. Любви нет женщин и детей. Элвис Пресли наших дней. Белый костюм, очки, прическа, все как надо. Все так подряд за этим идиотским маскарадом. Кружной толпой люди поют вокруг восторга буйства. Но все не король, ведь король, и все на эту тему в курсе. Элвис Пресли наши дни. Любимые женщины людей. Яркий свет чужих огней. Финальный аккорд, прощальный жест, все рукоплещут. Нет, ты не вор, это твой крест, кумир детей и женщин. Сколько бы рук не хлопало, тебе все мало. Тот еще труд быть копией оригинала. Элвис Пресли наших дней. Сделай праздник веселей. Элвис Пресли наших дней. Сделай праздник веселей. Элвис Пресли наших дней. Сделай праздник веселей. Привет, ребята! Привет, точка! Мы группа Радио Чача. Приветствуем вас сегодня на концерте. Мы рады, что столько народу подтянулось. Напоминаю, что наш концерт сегодняшний — это концерт-презентация. И пластинка, по идее, продается в фойе, новая наша работа, которая называется «Live Slow, Die Old». Давненько вас всех не видел я с такого ракурса. Спасибо всем, кто пришел. Следующая песня, которую мы хотим сыграть для вас, к сожалению, не попала ни на одну из радиостанций, хотя мы с нее начали, на самом деле, заход ко всем. Дело в том, что радиостанции любят крутить музыку, которая все-таки развлекает людей. Песни, в которых ставятся какие-то серьезные вопросы, в которых говорится о чем-то серьезном, все-таки масс-медии в целом не нравятся. И поэтому, ну что сказать... Эту песню, наверное, вам просто придется услышать на пластинке или на концертах на наших. Ну, ладно, Ребза, хватит пиздить, давайте займемся делом. Следующая песня называется «Плакаты». Рисуем плакаты с бессвязными наборами букв, и с ними выйдем на площадь. Тянь-янь, мы не вести себя станем, как стадо,
будем прятаться друг за друга, пока водомет не полощет. УК, РФ, ТЛ, ТН, БМГ, УВ, ДГ, ВН, ОПЗ, ДЦЕ. Затем, потирая ушибы, рассказывать будем в отделе, что мы в виду ничего не имели. Что мы довольны режимом, что нам отлично живется, а это был просто выброс эмоций. Среди статей найду спецсон для нас, отлично подходящий пункт. Самый гуманный суд понять нам даст, почем в стране сегодня бунт. Рисуем плакаты, тащи сюда ватманы краски, а я пока обзвоню всю тусовку. В стране дефицит виноватых, скучают дубинки и маски, пора сменить обстановку. Макай поглубже кисти палитру, пиши крупней, чтоб все разглядели, что мы в виду ничего не имели. Среди статей найду спецсон для нас, отлично подходящий пункт. Самый басманный суд понять нам даст, почем в стране сегодня будет? Давай нарисуем плакаты. Спасибо. Следующую песню, которую мы хотим сыграть для вас, вы, возможно, уже слышали. Она была опубликована в интернете и звучит на радио. Она обо всех о нас. Она не только о металлистах. Она о всех о нас. Ты красива, словно Кир Хаммет в лучшие годы. Мы с тобою друг другу. Мое сердце колотит, как бочка с карданом. Не сломать мою любовь, потому что она из металла сделана. Без тебя я как ария, без кипелого. Без кипелого. Без кипелого. Фены мутят зеркал бит, мы держим за руки друг друга и целуемся в засос прямо в середине круга. Про кровавые кишки вокальный старет со сцены. Это мой любимый хит, но с тобой мне не до слэма. Пойдем ко мне домой,
только твой. Мне стало тесно в моих кожаных штанах. Шурит, когда больно врезается в факт. Нет больше силы, теперь я ду страсть. Я хочу, чтобы ты мне сейчас отдавал. Я стащу себя зубами свои сапоги. Я щелкну все заклепки на браслеты твои. Сниму с тебя косуху и пишу группу Кис. Ведь я влюбленный металлист. Влюбленный металлист. Я звоню в твою дверь. Я пришел к себе с цветами, с целой пачкой новых дисков и журналов о металле. Но никто не открывает. Я прислушался и понял, за стеной Green Day играет. И кто-то стонет. И кто-то стонет. И кто-то стонет. Мне стало тесно в моих кожаных штанах. Ширинка так больно врезается в факт. Нет больше силы терпеть эту страх. Я мечтаю, чтобы ты мне сейчас отдала. Уродов с иракезом на башке. Я ищу утешение в собственной руке. И плачу вечерами под палатой Judas Priest. Ведь я несчастный металлист. Давай, Ваня. Мне стало тесно в моих кожаных штанах. Ширинка так больно врезается в факт. Больше силы терпеть эту страх. Я хочу, чтобы ты мне сейчас отдавай. Я стащу с тебя зубами твои сапоги. Я щелкну все заклепки на браслетах твоих. Сниму с тебя косуху и пишу в руку вниз. Ведь я влюбленный металлист. Влюбленный металлист. Спасибо. Следующая песня совершенно новая, вы ее вряд ли знаете. Она называется «Прокурор, медведь, закон, тайга». Еще разок на бис. Манипуляция общественного без сознательного для спасительного нет. А вот сомнительного да. Прокурор, медведь, закон, тайга. Вся отечество наше свободное, а оттепель прошла, а зима холодная, власть легитимная и путеводная, там демократия углеводородная. Прокурор, медведь, закон. Кто-то из них двоих будет теперь всегда. И уже все равно, против ты или за. Это последний звонок, дамы и господа. Еще разок на бис, так чтобы до конца логического, чтоб до завершения упадок и распад, дезинтеграция. Прокурор, медведь, закон, да.
Спасибо! Прежде чем сыграть следующую песню, я хочу рассказать краткую предысторию. Вообще, мы не планировали ее играть сегодня, потому что эта песня из репертуара группы «Наив», и мы хотели не играть наивовских песен. Но придя в клуб, мы поняли, что никуда мы от этого не денемся, потому что придет много людей, которые захотят их все равно услышать. И у нас есть в репертуаре песня, которая называется «Вася 2». Это некий сиквел, продолжение темы. Поэтому прежде чем мы приступим к номеру 2, сейчас звучит оригинальная композиция, которая называется «Вася». Година 600. Он Титаник торопился, слушал техно и бодрился, улыбался, веселился, никого он не боялся и в окошко матерился. А техно громко играет. Ну и вот. В жизни всякое случается. Если вдруг кому давно везет, может он и обожается. Вспоминал, как 2 часа назад поднял денег он мало, завалив кого-то за откат. Все ему для барабана. Он теперь хотел окислиться и потанцевать немного, но внезапно красный самосвал преградил ему дорогу. Ну и вот, в жизни всякое бывает. Вас и скоро я везет, а никого не макает. Ну и вот, в жизни всякое случается. Если вдруг кому давно везет, может он и облажается. Значит, далее следует песня, которая называется «Вася 2». Это продолжение той же истории, тот же персонаж через 20 лет, правда. Come on! Just
часах за 40 тысяч, в машине за 500 тысяч долларов США. Хозяин Черного моря едет за город. 200 по встречной не стой на пути. Такая вот элита, а боже упаси. В машине едет Вася, знакомый старый наш. После той встречи с Мазом, жив этот персонаж. Его спасли врачи. Пошел на повышение, он больше не бандит, а депутатское удостоверение и очень важный вид. И газа, солнце и ветра, лесов, полей и рек, заводов и пароходов, и самолетов. Серьезный человек, лучший из лучших, жилец, сволочь, соль земли. Такая вот элита, а боже упаси. Такая вот элита, спаси и сохрани. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Помилуй нас, Боже. Помилуй нас, грешных. Я знаю, будет страшно. Будет очень страшно. Я знаю, будет жесть. Жестяная жесть. Когда такие люди в стране советской есть. В России наших дней. Пока не уплатит. Дороги нет, конец. А Вася едет дальше. Вася молодец, у Васи все в порядке, а нам с тобой пиздец. Спасибо. Сейчас на самом деле песня прозвучит, которую вы, может быть, знаете. Она называется «Вон из дома». Ты еще ничего не знаешь. Ты спокойно строишь планы, не подозревая, что близок. Застряло где-то в бронхах мое первое слово, но выход у него лишь один. Наружу через горло, и нет другого. Давай уже выходи. Я знаю, что услышу ответ. Собирай все свои вещи и вон из дома, вон из дома, вон из дома. Давай проваливай речи. Вон из дома, вон из дома, вон из дома. Тянуть резину можно долго до жути. Инерция страшная вещь. Признание, как второй прыжок с парашютом. Его не снять уже с плеч. Тебе манит небо в открытом проеме. Выход у меня лишь один. Вперед и никаких вариантов кроме. Давай уже выходи. Я знаю, что услышу в ответ. Собирай все свои вещи. И вон из дома, вон из дома, вон из дома. Проваливай речи. Вон из дома, вон из дома, вон из дома. Забирай все свои вещи. И вон из дома, вон из дома, вон из дома.
Включи, Илюха! Гитара, книги, шмотки, пластинки, вроде ничего не забыл. Сумки в коридоре, одеваю ботинки, ты держишься, что есть сил. Застряла где-то в рохах, первое слово, выход у него лишь один. Наружу через горло, и нет другого, давай уже выходи. Я знаю, что услышу ответ. Собирай все свои вещи и вон из дома, вон из дома, вон из дома. Давай проваливай вещи. Вон из дома, вон из дома, вон из дома. Собирай все свои вещи и вон из дома, вон из дома, вон из дома. В 2030 году мне стукнет 62. Станет совсем седой голова, но на пенсию я не уйду. Буду на сцену сыпать песок и в микрофон задыхаясь кряхтеть. Мол, дескать, жив настоящий панк-рок, а попса должна умереть, и зал будет петь. Двадцать лет назад ты был реально крут, но драйва и отрыва нет, тебя на богадельне ждут. В далеком 82-м мне было 14 лет. Казалось, 30 лет — это стрём, казалось, 40 — ты уже дед. Но это все же немного не так. Другое дело 62. Когда станет седой голова, когда уже без клюшки никак и со слухом напряг. Двадцать лет назад я был реально крут, но и сегодня бак с ног. Ничего не сделать тут. 20 лет назад я был реально крут, но и сегодня хоть куда, пускай с меня пример берут. Назад я был реально крут, но драйва и отрыва не нет. Тебя на богадельне ждут. 20 лет назад я был реально крут, но драйва и отрыва нет. Меня на богадельне ждут. Ждут там, ждут меня, ждут, не дождутся никак.
успокойся. Спасибо. Ну что же, следующая песня, которую мы хотим сыграть для вас, она достаточно лирическая, и давайте, по крайней мере, во время ее исполнения не будем делать стейдж-дайвинг. Я вообще не против стейдж-дайвинга совсем, но не всегда это технически возможно. Вот чувак хочет что-то спросить, прошу прощения. Давай, да. Я, короче, здесь уже остался ночь в Москве, потому что у меня уже нет ни электричества, ничего. Я очень рад за тебя, брат. Молодец. Правильный выбор. Ну его нахуй, ехать куда-то. Оставайся здесь жить. Здесь все деньги, все движники, все группы здесь. Все правильно. Молодец. Не возвращайся домой. Мне кажется, в нашем городе достаточно места для всех. Мы любим приезжих. Мы москвичи, у нас нет проблем с этим. Следующий... Что там происходит? Что?
Зажигать и не отдыхать сложно после сорока. Так точно, с бадуна трясет три дня, и невозможно спать, и не сделаны дела, и все продрочено. Давно пора мне повзрослеть, давным-давно уже пора остепениться. Я продолжаю продолжать курить, бухать, ногой болтать и веселиться. Говорят мне, что пора в руки себя взять, что давно пора понять, время пришло. Нужно как-то поконкретнее песни сочинять, а не просто так, чтоб складно или смешно. Давно-давно уже пора, но все никак не сбудется, не состоится. Я продолжаю продолжать петь ерунду, ногой болтать и веселиться. Давно пора мне повзрослеть, давным-давно уже пора угомониться. Я продолжаю подмешать, и не хочу, и не могу остановиться. А тем, кто ложится спать, не спать! Подъем! Подъем, подъем! Кто спит, того убьем. Подъем, подъем. Кто спит, того убьем. Подъем, подъем. Кто спит, того убьем. Подъем, подъем. Кто спит, того убьем. Спасибо. Следующая песня, которую мы сыграем для вас. Ребят, кто-то потерял мобильный телефон, найдите вот этого молодого человека с шикарной афро-прической. Он вручит его вам обратно. Ты молодец, брат. Держи. Ну давай, давай, быстро. Все, братан, давай, прыгай. Тебя найдут и подойдут. Следующая песня называется «Героин». Меня убивает. В завтрашнем дне это причина. Я был бы рад не пить, но как тогда быть? Я не планирую.
меня вставляет. Что он дает и что отнимает, и как он башню рвет. Рядом пипл умирает, а перед носом погибает. На меня от голова не прет. Это причина не принимать героин и избегать карантина. Бухать весь день и всю ночь, как это прекрасно. И почти что совсем, совсем не опасно. Потому что я точно знаю, каким я спаду набываю. Что я люблю и что теряю, и как не башню. Рядом пипл умирает, а перекосы погибает. На меня от этого не врет. Вера и меня убивает, опускает, унижает. Паранойю развивает. Я уверен, завтрашним днем это причина бухать с ночи до утра и превращаться в кретина. Я был бы рад не пить, но как тогда быть? Следующая песня, которую мы сыграем для вас сейчас, связана на самом деле напрямую с таким персонажем русского отечественного рока, как Владимир Радионов. Володя обещался зайти сегодня, я надеюсь, что он где-то здесь. Володя, спасибо. Сейчас прозвучит твоя великая, я не побоюсь этого слова, песня, которая тематически связана с предыдущей. Предыдущая у нас называлась «Героин», а следующая называется «Валидол». Группа «Улья», Владимир Радионов, композиция «Валидол». Валидол сошел на нет. Журнал Playboy, бой-бой-бой-бой-бой-бой. На лове 100 000 лет. Валидол сошел на нет. Без спасения нет. На лове журнал Playboy, бой-бой-бой-бой-бой-бой. На лове 100 000 лет. Может быть, поможет. С утра в аптеку.
Спасибо. Напоминаю, это была группа Ули с композицией «Валидол». Ребят, давайте все осторожно будем, на самом деле. Не повод, на самом деле, тут убиваться. Да, телефон до сих пор не нашелся, нам докладывают. Хорошо, не на концерт. Ну ты сделай как хочешь. Окей. Все, Ребзо, возьмите у него телефон, кто его потерял там, в конце концов. Никому он не нужен. На самом деле тоже есть авторы конкретные, и о них стоит сказать. Леша Архипов из группы «Тушка». Леха, я надеюсь, что ты тоже добрался, на самом деле, может быть, ты здесь в зале. Мы хотим исполнить песню, которую исполняешь ты сейчас в составе коллектива под названием «Тушка» вместе с Рубанчиком. Рубанчику тоже привет, кстати. Песня эта называется «В системе дней». Ее мало кто знает, она недооценена, поэтому прошу вас, обратите на нее внимание. Это что-то. В моем подъезде орет какой-то урел, а время скоро будет 5 часов утра. И невозможно сказать: послушай, дурень, как было бы неплохо, если б ты так не орал. Кто знает, может, у него горе, а может, просто он один и нет в себе. Не
станет он, если ему дать по морде ни капли тише и умнее. А я сонный, лишенный покоя, веселый груз в душе моей. Я заблудился сам с собою, непонятной мне системе дней. Глядит нормально, и одинаково обидно мне, что вот какой-то тип случайный сейчас получит крепких пиздюлей. Кто знает, может, у него горе, а может, просто он один и не в себе. Не станет он, если ему дать по морде ни капли тише и умнее. А я сонный, лишенный покоя, веселый груз в душе моей. Я заблудился сам с собою, непонятной мне системе дней. Ваня, покажи им класс, покажи им класс, удиви нас. Весомый груз в душе моей. Я заблудился за собою, непонятной мне системе дней. В непонятной мне системе дней. В непонятной мне системе дней. Спасибо. Все время дуют, а если кто узнает, то их сразу арестуют. Не спится по ночам, и мы не дома не ночуют, а шляют все по городу и постоянно дуют. Yes! И говорят, что арестуют, они всегда в отмазе, что никогда не дуют. Знать ничего не знают, и спичек не воруют, и в курсе этой темы, и никогда не дуют. Постоянно дуют каждый день. Дуют каждый день. Дуют каждый день. Каждый божий день. Дуют каждый день. Каждый день.
большинство бухает и быкует. Нас это не ебет, не интересует. Нас это совершенно не интересует. Все время забивают и постоянно дуют. Ну что же, друзья, вот мы и приблизились вплотную к завершению нашей вечеринки сегодняшней. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на концерт. Но особенно лично мне дорого то, что мои бывшие коллеги, ну и даже не бывшие, но просто мы в творческом отпуске сейчас, мои коллеги по группе «Наив». Вон они там, ребята, вы похлопайте. Дима Снейк, Валера Аркадин. Также Глеб Самойлов пришел, с которым они сейчас играют в проекте «Глеб Самойлов and the Matrix». Спасибо вам, что зашли. Было очень приятно вас видеть сегодня. Спасибо. Валерия Гай-Германика почтила нас своим присутствием сегодня тоже. Валерия, спасибо. Что же, ну, как я уже и говорил неоднократно, все хорошее имеет начало и конец. И вот мы приближаемся к концу. Yes, sir! Just
отличается. Ждет меня домой, ждет меня домой, ждет печалица. А я вернусь домой, да на закате меня. Обниму жену, да напою коня. Ой, мороз, мороз, да не мороз меня, не мороз ты меня, моего коня, да не мороз ты меня. Не мороз ты меня, не мороз ты меня, не мороз ты меня, не мороз ты меня. Спасибо. Заходите еще, если что. Было здорово опять для вас играть сегодня. Спасибо.